Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я начинаю играть в игру Mortal Kombat X. Да-да-да, именно Mortal Kombat, и мы будем проходить сюжетную линию. Многие меня просили это сделать, я как-то первоначально сомневался, но я очень-очень долго провозился с игрой, пытался как-то записывать, как-то настраивать, чтобы запись была более-менее отличалась, в общем, от той, которую я записывал в предыдущий раз, а имеется в виду промо-ролик, потому что там были какие-то фризы, баги и тому подобные вещи. Не знаю, получится ли у меня это сейчас, но я столько провозился, что мне уже, честно говоря, это все наскучило. И давайте уж начнем проходить сюжетку. Да, именно сюжетную линию, новая игра, именно. Что я могу сказать вообще насчет всей сюжетной линии? Я сыграл только за Джонни Кейджа, сыграл пару боев и все, потому что мне нужно было это все проверить, как оно работает, как записывается. Проверял я несколько раз и таким образом наиграл 3 часа в игру. 3 часа я, по сути, играл за одного Джонни Кейджа. Я не знаю, ну как вам сказать, не играл, по сути, только смотрел вот этот вот ролик, который вы видите на данный момент, и потом заставка с Джонни Кейджа, где надо было клацать на всякие клавиши. Я думаю, те, кто проходил, меня поймут. И по сути все. Ну как-то так получилось, и наиграно было 3 часа. В общем, не знаю. Давайте поглядим, что получится. Если будет все круто, то, конечно же, я буду этому несказанно рад. Насчет веб-камеры, опять же скажу, что я ее не добавлял, потому что она портит немного всю атмосферу игры. Ну, давайте сделаем таким все образом. Turned into evil undead warriors. Despite the odds, we stopped Shao Kahn's invasion. As punishment, the Elder Gods destroyed him. We thought the long nightmare was over. But it turns out that Shinnok had been manipulating events. Shao Kahn's invasion, his death. Все-таки во всем виноват Шинок. Так знал, что, блин, он мне понравился в мобильной версии. Думал, классный персонаж. Оказывается, он злодей. Самый настоящий злодей. И самый главный злодей в этой игре, наверное. Ну, если верить данному ролику, которого крутили где-то полгода, наверное, в МКХ, пока этот ролик не поменяли на бойню Саб-Зиро со Скорпионом. Здесь мы видим сержантов, кучу сержантов каких-то. Ну, это не сержант, это, скорее всего, спецназ. Ну, и спецназ приглашает вас в игру Mortal Kombat X, клёво. И видим гаргулей. Спецназ сражается против гаргулей. Ну, понятное дело. Ну, я не знаю, честно говоря, гаргулей это или нет, но они похожи на гаргулей. Вот так вот. Да. Ну, когда я это смотрю уже четвертый, наверное, раз, мне уже не так это все омерзительно. Хотя мне до этого не было это омерзительно. Глава 1. Джонни Кейдж. Что ж. Джонни Кейдж VIP. Первоначально я, кстати, считал, что это Джонни Кейдж, охотник на нежить. Посмотрите на его костюм. Вроде бы похож немного. Хотя здесь вот, когда я сражался за Джонни, писало, что Джонни Кейдж VIP. Не знаю. Соня Блейд похожа на серебряную. Я не знаю, что это за Соня Блейд, но она мне напоминает серебряную Соню Блейд. Ну, это если говорить о мобильной версии, опять же, повторюсь. Ну, а Кенши, это, понятное дело, серебряный Кенши. Здесь уже вероятность стопроцентная, потому что, ну, и костюм такой же, и ухмылка такая же. For the worse, if we do not expel Shinnok from Raiden's temple, и куча сержантов. Кто-то из них лысый, кто-то нет, но если так подумать, какая разница? Так, что-то не то.
Что-то определенно не то. Вертолеты сами по себе не взрываются. Это я знаю на 100%. Ох, не копье, а неважно что. Это, в общем, скорпион. Это скорпион, ребят. И что у нас за скорпион-то тут появится сейчас? Серебряный скорпион. Серебряный скорпион собственной персоны. Ох, сейчас будет веселуха. Ох, сейчас будет веселуха с этими клавишами. Потому что, честно говоря, я до сих пор не запомнил свой джойстик. Да, потому что здесь клавиши от Xbox, а у меня джойстик от PlayStation. Ну, пока что, как вы видите, справляюсь. Пока что справляюсь, но... Может все измениться. Может все измениться. Блин. Давай. X, ну же. Нас практически повалили, но нет. Мы живы, мы остались живы. Это хорошо. Так, отлично. Здесь и Кенши подключился. Джонни, хватит разваливаться. Давай уже вставай. Мы же побеждали все это время. Ух, Саб-Зиро призрак. По-моему, это призрак. Да, это Саб-Зиро призрак. Отлично. Два сержанта вон пошли. Игрек. Фу, хорошо, от трупа мы уклонились. Это неплохо. Так, голову уберем, чтобы не подскользнуться, правильно. Так, и здесь меч. Здесь меч. Игрек. Отлично. Ох, блин, я не знаю, честно говоря, что сейчас дальше будет. Но пока что не все, все не очень хорошо. Кенши улетает куда-то. Но нет, нет, он остался в живых, он зацепился. Ой, ё-моё, это ж не X. Зачем я на Y нажал, думаю, что это X. Главное сейчас не закосячить со скорпионом. Отлично. И вот сейчас последний косяк, наверное. А, нет, не будет этого косяка. Все хорошо, здесь Кенши у нас появился. Так, ну и давай, Y. Отлично, сработано неплохо, ребят. Сработано неплохо. Все лишь один косяк был. С этими клавишами. Но это лучше, чем ничего, скажем так. Я не знаю, на что это вообще влияет, потому что сколько раз я не пытался, я даже один раз так подумал. А что будет, если не нажимать вообще на клавиши? И не нажимал вообще на клавиши, и, блин, я все равно остался в живых. Это как-то странно. Ну ладно. Может, это влияет на какие-нибудь характеристики, меньше жизни будет, но, по-моему, жизни не убавлялись. Окей, ладно. Что ж, давайте посражаемся. Блин, вот это да. Так, иди сюда. Оп, готово. Получай, блин. Вот так вот. Я знаю, как его победить вообще. Это просто развлекаловка была небольшая. На самом деле, побеждать его очень легко. Смотрите, вот так вот, подпрыгиваем, идем дальше. Еще наносим немного урона, подпрыгиваем, идем дальше. Блин, ну здесь не получилось. Кстати, если я... Блин, я хотел вспомнить удар... Ореха Кол, по-моему, это как-то так он называется. Ну, в общем, прикольный ударчик один. Но ладно, все равно не сделаю его, поэтому лучше сломаем ноги, руки и добьем уже Скорпиона. Получая еще немного урона, и добиваем. Победа. Джонни побеждает. Ну, со Скорпионом довольно легко сражаться, если честно. Здесь нету чего-то такого суперского особо. Так, ну и нанесем X-Ray. А то таким образом даже на X-Ray Джонни не посмотрим. Хотя впереди нас ждет еще очень много боев, но все же. Блин, ну здесь он неплохо так постарался. Отлично, наносим урон, хватаем. Хватай. Ах, ладно. Давайте-ка посмотрим удары. Так, Ореха Кол, туда. А, ну понятно, я... Блин, что я не так делаю? А, во, получилось. Да блин, вот один раз только получилось, и сколько попыток было сделано. При том, что FPS 30-ка, я не жму больше, чем нужно. Очки опыта. Получил очки опыта. Ну, нужно вернуться к вертушке. Ну, понятное дело, нужно вернуться к вертушке. Что же еще нам делать? Здесь Sony Blade торчит. Да, именно. Sub-Zero призрак. Встречаем Саб-Зиро призрака. Ну и придется, конечно, сейчас с ним немножко посражаться. Я думаю, что у нас все это получится сделать. А Соня пускай пока что посидит, подремлет немного в этом разбитом вертолете, который может взорваться в любую минуту, кстати. Блин, раньше подгрузок не было. Что-то не то, ну ладно. Хорошо. Так, наносим урон. Блин.
Вот Саб-Зиро он покруче, наверное, чем Скорпион. В этой игре имеется в виду. Насчет вообще мобильной версии сказать не могу, потому что этот Саб-Зиро все-таки золотой, а Скорпион серебряный. Ну, если говорить по мобильной версии. Я думаю, не просто так это сделали. Когда броня вот эта вот, лучше не наносить, я вам скажу, X-Ray, поэтому будем... Блин, как так драться. Ё-моё. Меня, по-моему, победили. Ну ладно. Это такое мгновение было, не очень серьезное. Ну ладно. Сейчас все будет отлично. Так. Отлично, нанесли урон. Еще немного урона. Блин, ну X-Ray-то не сработал, ну как так-то? Блин, я схватить его хотел, он по мне какую-то, я не знаю, заморозку использовал, на мне точнее. Так. Ох, ё-моё, еще одна заморозка. Так, отлично, осталось последний удар нанести, победа, Джонни Кейдж побеждает. Замечательно, я не думал, что так получится, но получилось, как вы видите. Так, надо немного нанести урона еще, нет, блин. Иди сюда, вот так вот. Отлично, непобедимость, это Саб-Зиро непробиваемость, а мне казалось, что это Саб-Зиро призрак. Но он похож чем-то на него. Странно. Ну ладно. Хотя, может, мне так показалось, что он похож на Саб-Зиро призрака. Ну ладно, окей. Победили его. Получили 80 монет, отлично. Мне больше нравилось, когда это было на нашей стороне. Клёво. Ну что ж, двоих мы победили, поэтому я думаю, что уже это какое-то достижение. И победили с первого раза, по сути. Ну, с Саб-Зиро, там, по-моему, Саб-Зиро пришлось немного повозиться, а Скорпиона вообще довольно быстро прикончили. Сейчас было клево, реально. Я помню, фаталити в 9-й версии Mortal Kombat у кого-то было такое, когда разрубали напополам чувака. Не помню, у кого точно. Ух ты, это 100% Куанчи, ребят. Тут легко узнать, даже вот по этим вот зеленым непонятным черепам. The mighty gods of Earthrealm. You be foul of these hallowed grounds, Quan Chi. Be gone. Surely you are pleased to see your friends. Он мне чем-то Кратоса напоминает. Я вот все время путал Куан Чи и Кратоса, еще помнится в Mortal Kombat 9, потому что они чем-то похожи были. Тоже бледнолицый, что тот, что тот, и на лбу что-то нарисовано, по-моему, было. Но это первое время было, потом я к этому привык. Отлично. Вот тут уборочка происходит. Один Шаолинь, второй Шаолинь. Все хорошо. Главное их складировать в кучу, а то разбросано, блин, по всему участку. Некрасиво. Так, ну здесь кто-то похожий на Смоука, хотя не особо Смоук. Ну и Джакс Брикс из преисподней, скорее всего.
Но больше похож на Джакса Брикса из преисподней. А это Найтвульф. Найтвульф, по-моему. Да, Найтвульф. Спасибо, Кенши, что подсказал мне. Опять драка началась какая-то. Сначала посмотрели на Рейдена с Люканом. Теперь посмотрим на Найтвульфа с Джонни Кейджем. Либо Джонни Кейдж будет со Смоуком драться, не знаю. Возможно, Джонни Кейдж с Джаксом будет драться. Хотя вот это вот было бы логично, если бы он дрался со своим бывшим другом, скажем так. Вот так вот, Соня. Ну да, скорее всего, он с Джаксом будет драться, потому что Соню избивают, а он уже спасать ее пойдет. Да, это логично было бы. Отлично. Настоящий Джакс не ударил бы лучшего друга. Ну и настоящий бы Кейдж не ударил лучшего друга. Джакс, ты бы так ответил. Но при этом вы сражаетесь. Все не очень хорошо. Получается. Блин, а вот Джакс посерьезнее будет, мне кажется, с Аб-Зиро. Отлично. Блин. Офигел? Не офигел ли он? Вот, ребят, не офигел ли он? Взял, вырвался с моего захвата. А, блин. Фу, X-Ray сработал. Не знаю, добьет, не добьет. Думаю, что должен добить X-Ray. Хотя, все может быть. Да, например, останется капля жизни. Победа. Ну, благодаря X-Ray победили. Джакс подкачка? Ну какой-то подкачка, это больше на преисподнюю похож. Ну хотя может подкачка какая. Что за подкачка, блин? Что ты меня держишь? Отпусти уже. Отлично. Сейчас мы с Джаксом разберемся. Главное побольше урона ему ногой нанести. Блин, блокировать ноги начал. Блин, блокирует. А посмотрите, какой удар не нанесу, все блокируют. Я не знаю, в скольких FPS'ах вы это все видите, но, блин, надеюсь, что смотрибельно хотя бы. О. Нет, блин, ну я жал на клавишу, чтобы ногой его ударить, но у меня не, просто не получилось это сделать. Отлично. Так, отлично. Ну ладно, я еще тут немножко упал, но сейчас мы его победим, я уверен. Блин, жестко. Блин, жестко. Да вставай ты, блин. Дедуля. Ну хотя ему еще тут не под 60 вроде как. Отлично, все, победили. Опять же X-Ray'ем, но все равно это клево выглядит. Получай. Готово. Ну что ж, Джонни Кейдж здесь справился, конечно, с третьего раза, опять же. Но я вам скажу так, Джакс Брикс был посложнее, чем Саб-Зиро и Скорпион вместе взятые. Так, ну я думаю, автомат тебе для персов из преисподней не понадобится, потому что у них будет либо защита какая, либо чем может пробить какого-нибудь Саб-Зиро. Так, ну и мы входим в какую-то пещеру. Скорее всего, это и есть преисподняя какая-нибудь. А, либо это замок Рейден, или как он называется. Я слежу за сюжетом, если что, просто иногда пропускаю пару предложений. Going up. Fall back now. Go on. You guys stay here. Close the door. Отлично, закройте дверь, ему сказали, они динамит сразу достают. Конечно, логично, чем же еще можно закрыть двери, как не динамитом?
Ну а здесь Куанчи возится с Рейденом, с Люканом, по-моему. Он мне Люкан напоминает, не знаю. Возможно, это не Люкан, потому что тут куча длинноволосых, похожих друг на друга людей. Куанчи ржет, потому что он выигрывает, по-моему. Хотя почему-то его приспешники немножечко покалечены. Совсем чуть-чуть, скажем так. Они еле живущие там, по-моему. Итак, оба-на, руки Шинока? Странно, может тут Шинок сейчас появится? Нет, да не может быть, чтобы главный злодей в самом начале был. Нет, ребят, это Шинок. Все-таки его руки я узнаю в любом случае, потому что спецприем третьего уровня, именно X-Ray, в мобильной версии Injustice, в мобильной версии Mortal Kombat, он, по сути, наносит именно этот же урон, зажимая своего соперника руками и протыкая его копьем. Я думаю, это ненужная информация, но все же догадаться можно легко, когда появится Шинок и каким образом он это сделает. My followers accept this and live on. They fight for me. Как я понял, Шинок возомнил себя неубиваемым. У Рейдена появилось две лишних дырки, но я думаю, что это не проблема для Рейдена. Все равно он, как вы видите, живее всех живых. Я думаю, что даже Куанчи сейчас уложит. Вот так вот. Куанчи аж в шоке, не понял, что произошло. Выпустил какую-то змею. Что сейчас творится? Жутковато, жутковато, конечно. Так. Вот так вот двери открываются, не то что динамитом всяким. Ну, там скорее закрыть сказали, но все равно. You'll not touch the Jinsei. Oh, I will. And all of Earthrealm will learn the truth of death. Вроде как происходит что-то не то. А нет, появился, наверное, Джонни Кейдж и выбил это колечко. Отлично, oh, вот sorry, он, Джонни. Ma'am. Didn't see you there. Miserable wretch, insignificant speck of feculent scum. How dare you? Какие-то оскорбления, жалкое пятно зловещего почего. Он даже оскорблять не умеет нормально. Что это за оскорбление было? Шинок, ё-моё. Ну да, в преисподней, скорее всего, нецензурное баранью пытается не распространяться, но сказать бы, можно было что-нибудь более уместное. Чтоб Джонни Кейдж сразу нападать начал. Как-то он особо-таки не парится сражаясь с Джонни. Как вы видите, все очень легко и просто. Мне кажется, Шинок ощутил себя немного Нео из Матрицы. Он также отбивал удары. Ух ты. Джонни Кейдж начал потихоньку превращаться в рептилию. Соня Блейд в шоке. Что же происходит с Джонни? Неужели она встречалась до этого с рептилией? Нет. Просто он зеленым каким-то загорелся. Но это странно все равно. Он даже не знает, что с ним случилось. Скорее всего, тебе вот эта вот башня силу и дала. Точнее, вот этот вот... Блин, как это назвать? Пещеру какую-то. Я не знаю даже, что это. Ну и что, что мне первый удар дали? Это ж ничего не значит. По сути, ничего не значит. Так, давай, давай, пробивай. Отлично. А если вот так... Получи-ка X-Ray, а? Вот так вот, Шинок. А ты думал, все легко и просто? Это все-таки Джонни. Отлетел. Ух ты. Получай по голове. Победа. Вот так вот. Благодаря какой-то вазе мы выиграли. Ну, по-моему, это ваза была. Ну, возможно, мусорка. Неважно.
Блин. Один удар его, что моих три, наверное. Шинер, успокойся. Блин, надо схватить его. Потому что надо сломать руки и ноги, чтобы он вот этой фигней не страдал, выпуская какие-то огоньки по мне. Так, отлично. Блин. Да ё-моё. Я набиваю приблизительно одинаковое количество урона, но... Победа. Фу, я не знаю, что вот произошло, но я пытался, по-моему, нанести рентген и все-таки выиграл. Дожал, скажем так. Ты вправду падший старший бог. Ну, блин, мне кажется, что самым сложным пока что Джакс Брикс был. Надо было его злодеем сделать. Шинок, он какой-то, ну, ни рыба, ни мясо. Джонни Кейдж, амулет! Джонни Кейдж, амулет! Обана. Хобана. Готово, все. Что-то пошло не так. Мы вроде как победили самого главного злодея, повторюсь еще раз. Ну, если говорить писанием, которые были в самом начале этого ролика. Верить писанием. Блин, говорить писанием. Экшен просто. Все, Джонни рад. Рад за то, что он победил. Сони Блейд, как всегда, только очнулась. Она всегда... Как бы вам сказать, вот первый бой, когда был Саб-Зиро, она очнулась только тогда, когда я закончил бой с Саб-Зиро. Сейчас я закончил бой с Шинеком, она опять только очнулась. С Кенши, по-моему, та же самая ситуация, они приходят только потом. Джонни, ты посражайся пока, мы в сторонке постоим, посмотрим. Да, как вы видите, подошел. Это логично. And within it, old Fishface himself. Let us take the amulet to the Elder Gods. They cannot destroy it. No one can. They might offer counsel. Да какой там амулет? Сувенир обычный, купленный в ближайшем лавке. Я не знаю, честно. Амулетом. Там даже, скорее всего, не изумруд внутри, а подделка. Quan Chi has escaped. Why are you smiling? Как и сам Шинок, скажу вам так. Не может быть, чтобы вот только началась игра, а мы уже Шинока прикончили. Вот 20 лет спустя. Джонни Кейдж из Випа превратился в Серебряного. Бывает же такое. Посидел немного. Не в плане того, что в тюряге какой посидел, просто волосы стали немножко серыми. О, Джеки Брикс, спецназ вроде, если я не ошибаюсь, Такеда и Кунзинь, по-моему. Ну, вот этот вот рядом с Такедой на Кунзине похож, не знаю, он не он. Либо сын Кунзини какого-нибудь. А, и Джеки Брикс, дочка Джакса Брикса. Я ее, по-моему, в одной из серий по MKX Mobile назвал еще женой Джакса Брикса. Хотя здесь что дочка, что жена, они приблизительно одинаково выглядят даже после 20 лет. Ох, что-то так FPS просело. Аж самому жутко стало. New places, new faces. As the secretary pointed out, us older folks are going to retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin, Shirai Ryu, SF. Together. For your team's first mission, you're going to the Lin Kuei Temple. We haven't heard from the Grand Master in a while, so we need to make sure he's still on our side. That he's got our backs if things flare up again with Outworld. You need to bring him in. But don't be surprised if Sub-Zero's not willing to cooperate. Why be worried about Outworld? I thought Kotal Kahn respected the Reiko Accords. He does, but he's facing a civil war. The rebels win, those accords will be history. Что нам нужно будет с Котальканом связаться? Клёво. Глава 2. Ну и кто же тут Коталькан? Мы играем за Коталькана? Ну неплохо. Я вам скажу, неплохо. Ну и что ж, на этом тогда пора уже заканчивать, потому что одну главу мы прошли. Будем проходить по одной главе тогда, наверное, Джонни Кейдж, потом Котелькан, потом кто-нибудь еще, и будем смотреть, какая глава будет короче.
Ну а так, я думаю, что на этом пока что все. Продолжим следующие серии. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.